Где ты скинул ее? Я сейчас буду стрелять. Запомни, я заметила, что там было. Скриншот сделала? Где сумка твоя? Вон лежит. Так, а вот где сумочка? Сейчас пойдем шариться. Я дверь открывать не буду ключом. Я открою пока. Я уже открыл ее. Ой, было бы что шариться тут. Было бы что тут шариться просто, блин. Все равно. Вот что брать вообще. Я бегу к вам под мостом. Ань, ты вышла, да? Да, 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 да. Смотри, чат, значит, ничего не заметила. Хорошо. Ты что, мне там айфак кинул? Айфак. А че стырил? Сволочь. А говорит, я запомнил. Я запомнил, да. Деловая колбаса. Я ж на стриме сейчас посмотрю. С читами, да, короче? Вот все. Без стрима-то не можешь, да? Стрим-снайпер. Ты мне должен аптечку, понял? Какую аптечку? Полную! Могу тебе этот принести, автомобильную там. Аишку. Аишку могу, да. Ага. Ладно, ладно. Как закончится у тебя аптечки, обратишься ты ко мне. Я специально в таких случаях буду носить, короче, аптечку там за 20. О, это моё. А, у меня прям магазин. У меня заклинил, блядь, пистолет. Серьезно? Ай. Сейчас бы пистолет клинил от второго выстрела, блядь. Смотри, сколько у него прочности. Новый он. Третий этаж. Факторка. И порегало, блять, по типу. Что такое сервер? Сейчас бы так было четко, бля. У нас тут очень много народу. Они в третьем этаже, маленькие окошечки. За вот этим ангаром Вейкера тоже бегает. И на КППшке гранатном тоже были, типы. Вместо мина опять багуется. Пыхтит по КД или что? Нет, не восстанавливается. 26 килограмм. А его убрал. Я тут за вагоном. Да. Левая вот тут. Блять, в смысле ты? Ты сказал, ты у меня за вагоном. Я за вагоном, вот он я. Ага, а тут тогда, вот тут на гранате у меня в упоре. Знаю, которая не взрывается. Вот я бегаю, слышишь меня? Дал ему пару плюх еще. Хожу на гранату. Вид. Помогай уже, давай. Да. Это они между собой, да? Так понимаю. И по мне. Мне больно. На сиськах ходит чел. Бежит по зеленке в нашу сторону. Ты КПП. Ты у нас? Убегает. Ага. Минус. Боялся пойти попасть. Правда, еще! На линию огня. Кидает грену к нам. Внутрь. В упоре у нас был. По мне. Убил. Ах, хорош. Мне гризли надо будет, если она у тебя осталась. Да, сейчас кровотечение убираю и отдаю. Пиздец, идиотизм. Убил типа.
РПК, который отгонял? Возможно, да. Подойдешь сюда? Посмотреть. РПК, да, РПК, он. У меня рука 11 хп и нога 12 хп. Там уже такая чисто косточка худая висит вместо ноги. У меня ноги. Одна нога 13, рука 22. Ну и все остальное по 22. 11 шепота. Фу, блин, чуть не убил меня. Перед смертью выстрелил. Еще бежит ранник. А как ты по мне два раза смоченький выстрелил? Мне вот интересно, блять. Ох! Решали, решала. Главное лупишь. С магазина. Я у тебя. Все, все минус. Ага. Это будет хуже. О, хороший пресс. Я? Бог там тоже оценил, походу. Йо. Да. И вроде хатавка, по-моему, залетела. Да, все, зашла ему Вога. Так, что? В чем ты, блядь? Он в генке. Подать? Вот он, вот он сидит. Там, где бочки две. Дал ему грену, сейчас будет убегать. О, он убил меня? Охереть. Я ж в пятом классе. Эти патроны снова пятый класс шотают, да? Грудная клетка. Да? Эти патроны все еще шотают пятый класс. Сейбись. Аня, короче, шапку не заценила, все понятно. Я не вижу. Обида. А что там за хрень вообще? Это не хрень. Квадрат. Вроде она нормально выглядит. Смотри, вот так вот, без наушников. Ты посмотри, без наушников, как она на ушах сидит, да? Ты гопник. Че там по ключам? Убил типа. Я там бегаю. А какая у тебя сумка? Это. У меня пилигримин. Слушай, мне показалось, что кто-то у тебя про меня проверил был. Я бы посмотрел тогда. Ну, насос, в смысле, да? Да. Потому что звук был непонятный, поэтому переспросила. Я где-то у тебя проверил. Может, ты был. Вот и мертвый на заправке. А, вижу. Холм за заправкой. Середина холма, чел. Чувак, не дергайся, но. Две пушечки получил. Эй, земляк! Стрелять не хотим, мы так наблюдаем! Там машина синяя такая. А, справа бежит. За заправку справа, поняли? Да-да-да. Сейчас я перешел реку туда, иду на ту сторону. О, налево уходит. Вижу. Перепрыгивают. Их двое. Их два, слышите, да? Угу. Они уходят от вас, противоположных. У меня на камнях.
теле сидят. Сейчас сзади пойду. Да? Да, на флешке. Сука, просто две мыши сели, сидят в одном метре квадрата. Минус один. Ехал-то нет, друг. Ехал. Оба утекли. Да. Страйк, все, не нужен никому. Смотри, какая. Даже не дала опыт снять, прям. Знаю, я у вас потом в аптечке пропаду. Ни разу такого не было, вообще не знаю. На холме у Жани его полутала, которую я там собер. Я ж с него тебе это принесла с того. Или там 20 биткоинов с его сумки не принесла, а стол принесла. Сделала вид, что у него больше ничего не было с собой. Я вчера его разберу и скажу, что он вот это сейчас с пустым столом. Вообще попрошу не трогать мои трупы в следующий раз. Да. Загребущие лапы шарятся там. Че говоришь? А где сумка, ты говорил? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.